Я, Жигалин Владимир Ананьевич, гражданин Российской Федерации, коренной русский, родился 6 июня 61 года в городе Кимры, Тверской области, и прожил жизнь всю свою в Российской Федерации. Я не имею боевого опыта, с оружием в руках защищать украинскую землю пойду за независимость Украины. Я прошу российских солдат, пацаны, не идите воевать, не выполняйте преступных приказов, одумайтесь, подумайте о матерях, о ваших родных. Слава Украине!